Всем привет, с вами Александр. Сегодня речь пойдет об одной из самых лучших и проверенных временем, еще со времен, наверное, СССР, подкормок, она же приманка, для карася, ну и в принципе для любой белой рыбы. Она очень проста в изготовлении, минимум ингредиентов, ржаной хлеб, удаляем корочку. Ну, по крайней мере, я так делаю, хотя мои знакомые вместе с корочкой все это дело замешивают. Чтобы проще было, нарезаем на мелкие кусочки. Хлеб ржаной сам по себе пахнет уже очень хорошо и отличен как наживка. Вываливаем это все в миску. Добавляем 1-2 зубца чеснока, в зависимости от их размеров. Я обычно чеснока особо не жалею. Работает отлично приманочка. В принципе, можно еще один даже добавить, поменьше. Далее мы добавляем примерно пол столовой ложки растительного масла. Если два куска больше, то соответственно больше. Маленькая хитрость. Масло я беру не просто растительное, а сейчас есть возможность купить масло растительное с выжимкой кукурузы. Это добавляет дополнительный аромат и приманку. Далее все это дело просто перемешиваем. Если речь идет о именно подкормке, то можно оставлять довольно крупные кусочки, то есть прям в кашу не превращать, в однородную массу, чтобы она немножко распылялась на дне. И даже если это в соску, да, для карася, в пружину, то все равно мы можем оставить крупные частички для того, чтобы это все дело течением, там, водой размывалось и создавало область, скажем так, закармливания. Много мешать долго не надо. Для подкормки достаточно просто создать определенную такую однородную массу с комочками. И, по сути, наша подкормка уже готова. Запах шикарный. Жалко, видео его не передает. Что делаем дальше? Если мы планируем ловить исключительно, допустим, на червя и только приманить рыбу, то, в принципе, все готово. Если же мы планируем на такой же хлеб рыбачить, то мы эту консистенцию перекладываем в пакетик. И уже в пакете доминаем его до формата такого своего рода теста, чтобы оно хорошо держалось на крючке. То есть, когда мы берем, смяли, чуть-чуть переборщил с маслом, но тем не менее. Все. Закормили, повесили на крючок и ловим шикарного карася. В принципе, на эту приманку идет не только карась, плотва отлично ест, даже лещ подходит, поэтому она универсальная, максимально простая в приготовлении, буквально за каких-то 3-5 минут подкормка и наживка уже готовы. Так рыбачили наши деды, отцы. Будем помнить старину, скажем так. Всем хороших рыбалок, пока!